В этом году в Тюменской области шествия бессмертного полка в День Победы не будет. Однако сегодня на пресс-конференции жителям региона предложили несколько альтернативных вариантов. Как отметил сопредседатель движения бессмертного полка России Геннадий Иванов, праздник состоится в иных форматах. Он предлагает закреплять фотографии героев на боковых и задних стеклах автомобилей с помощью скотча. Также можно оформить портрет участника или героя войны на бейдже. Так вот, что бы хотелось, чтобы не просто пришли с гвоздиками на к вечному огню наши руководители, наши ветераны, ну, туда общественники приходят, ну, приглашения известные, а чтобы пришли с бейджем, с фотографией небольшим, она мешать не будет, зато вы вместе будете. Отмечу, в 2023 году состоится онлайн-шествие. Участники, которые хотят присоединиться к этой акции, впервые должны зайти на сайт полк.рф.ру. Все детали по альтернативным вариантам акции можно узнать по телефону горячей линии 8 800 20 194 50.